Количество неподтвержденных транзакций биткоин продолжает расти. Многие пользователи разочарованы. Консультант по блокчейн Тимоти Закс заявляет, что возможными причинами увеличения задержек являются значительный рост и признание платформ. Также Закс отметил политические причины. В системе есть личности, отправляющие тысячи транзакций самим себе, чтобы перегрузить систему данных. Закс отмечает, что для ускорения процесса совершения транзакций пользователи могут повысить комиссию или использовать так называемую технологию раунд-трип. Например, если вы пользуетесь биржей Poloniex или Bittrex, просто обменяйте свои биткоины на такие активы, как Expense, и отправьте по назначению.